Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, и сегодня речь немножко у нас пойдет о том, как же быть видимым на всех форумах и блогах, на которых мы можем делать какие-либо комментарии. То есть я имею в виду видимое наше лицо, а не непонятные там закорючка. Это у нас называется главатаром, которая картинка, которая следует за нами от сайта к сайту. То есть где бы мы ни написали комментарий, наше лицо видно. Сайте на вот этом вот, который вы видите в адресной строке, ну, я его оставлю в описаниях, а сейчас мы с вами зарегистрируемся, потому что я не зарегистрирована еще, и хочу это сделать вместе с вами. Отлично, еще минута. Угу, регистрирует нас. Ну, а теперь я так, как понимаю, на коряво-русском английском языке нам необходимо, наверное, проверка. Ага, нам надо зайти на сайт, на почту свою, проверить. Сейчас это сделаем. Так, видим, что нам пришло сообщение. Заходим в это сообщение, переходим по ссылке, указанной в сообщении. Ну и нас, я так понимаю, зарегистрировали. Подтверждение. Да, создали. Войти. Заходим. Ну что ж, теперь нам нужно войти. Выбираем, откуда мы хотим загрузить наш фото. Так, ну я ставлю, наверное, фотографию, которая меня везде преследует, или я ее преследую. Выбираем, ну она идет как раз у меня по размеру, здесь вы могли передвигать, как вам нужно. Так, рейтинг вашего главатара нужно выбрать, ну, самое распространенное G, поэтому так и оставляем, не выкаеживаемся здесь. Значит, теперь я хочу перейти в наш свой профиль и написать свои личные данные, заполнить, что и вы делаете. Вот я заполнила все данные, хочу сохранить профиль. Все, все изменения профиля сохранены. Вы можете их здесь менять, гравотары добавлять, изменять, профиль, личные данные заменять. Веб-сайт я хочу свой добавить. Добавляйте и вы то, что считаете нужным, эта информация будет. Видна всем людям. Контактная информация. Электронная почта.
пишите. Дальше сотовый телефон. Так, что еще можем добавить? ICQ. Так, рабочий телефон. Можно другой написать какой-нибудь. Еще у вас есть он. Максимально, короче говоря, заполняйте информацию о себе. Вот этот вот штучка у меня тоже есть, но я не знаю, как ее... Вот он тут у меня. Как у нее брать информацию, честно говоря, никогда не заполняла. Насколько я поняла, здесь надо написать тот телефон, который у вас привязан к Hangouts. Домашний, а как-то так. Так, фон веб-сайты. Так, подтверждение. Криптовалюта, биткоин. Ну, это пока мы делать не будем. В общем, смотрите, что получается. Я хочу здесь немножко в блог, что ли, зайти, прокомментировать что-нибудь, посмотреть, все ли у нас нормально работает. Ну и вот я зашла на сайт к человеку, которого я хочу поздравить, на блог. И сейчас заодно с вами мы проверим, как это все работает. Здесь мы заполняем необходимую информацию, которую просят от нас. Веб-сайт. Отправляем комментарий. Ну и что? Смотрите. Ваш комментарий ожидает проверки. То есть, если человек сейчас его проверит, он его опубликует или не опубликует. Это будет как бы двойственное личное дело. Ну вот смотрите, мы высвечиваемся здесь, какую фотографию поставили. То есть у нас нету вот такого вот непонятно чего. Вот видите. То есть нас прекрасно все видят. Значит, и еще одно. Если мы нажимаем вот сюда на меня, то он нас перебрасывает на сайт. То есть здесь вы можете во главе поставить, как вы понимаете, сайт-воронку. Над этим я, конечно, тоже работаю. Здесь всплывающий окно, все как надо. Но я здесь поставлю первую полезность. То есть я сразу на блог меня перекидывает. Ну, а если так, то есть в этом огромные преимущества. Понимаете сами, да? Ну и все. Всем приятного, хорошего дня. Буду рада вашим комментариям. Заполняйте свой профиль в Граватаре и продвигайтесь правильно, комментируйте. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока-пока.